Но начало матча провалили полностью. В первой смене пропустили, уже с первой смены начали отыгрываться. Не знаю, с чем это связано. Может быть, плохая подготовка к матчу или еще что-то. Какое-то невезение, не знаю. Начали играть только в третьем периоде, создавать более серьезные моменты. Использовали два момента, но не получилось сравнять. И результат матча итоговый. Ну вот это вот в начале ошибка, с чем он связан, что не получилось именно в дебюте? Ну это чисто позиционная ошибка, не разобрались в обороне, поэтому пропустили. Там эпизод был, в втором периоде Умар получил травму после твоего броска, не знаешь, что произошло как-то? Я точно не видел, там просто срикошетило от чужого игрока, шайба полетела вверх, и ему в область головы куда-то попало, там вроде в уху куда-то, я не видел точно. Пока не знаю, что с ним. Почему не получалось большинство сегодня, как считаешь? Ну, наверное, все-таки, наверное, мало остроты, больше как-то на удержание играем, пытаемся какие-то комбинации придумать сверхъестественные. Может быть, начать от простоты, больше бросать и закрывать видимость вратарю и добивать. Может быть, это принесет в следующей игре успех. Сегодня День Республики, как бы хотел поздравить жителей нашего региона. Поздравляю всех с Днем Республики. К сожалению, извиняемся за то, что не получилось преподнести подарок победой.